Хаёчичи, значит, сегодня у нас что, 28 мая 2021 года, привет по писике. Короче, у меня новость прикольная, сегодня у меня первая, так сказать, коллаборация, но не прям совсем коллаборация. Сегодня я буду сниматься для канала Папироски, да, такое некое интервью будет, так что, наверное, оставлю где-нибудь ссылочку здесь, под этим видео. Ну да, потому что это видео выйдет точно уж не 29-го и, ну и, короче, не близко к этому даже. А на тот самый видос, типа, зацените, туда-сюда, прикольно, наверное, получилось, не знаю, что получится, он через час только приедет. А пока я сижу и жду, происходят великолепные и непонятные вещи. Возможно, это какие-то предвыборные взломы, а возможно, еще какая-нибудь фигня, какая-то атака, фиг его знает, потому что, ну, верить этому вообще невозможно. Во-первых, мне приходит смс-ка, да? ЕИРЦПС. Ну, типа, это электроэнергия, короче, Петроэлектросбыт, да, вот это вот. А у меня нет прописки, недвижки и тому подобное здесь. То есть нет никакого абонентского номера, да. Ну, ничего нету, то есть в Питере тем более, и у моей жены уж вообще тем более, да, у меня хоть временная там была прописка в Питере. Вот. Но никакого абонентского ящика, естественно, нет. Это, да, дело собственника, по-моему. Так вот, мне приходит смс-ка с такими вот ссылочками, типа, я боюсь на это нажимать, естественно, я этого не делаю. Оплатите электроэнергию по абонентскому номеру такому-то 747 рублей. Я такой, ну, что, серьезно, да? Ну, вообще, ребята, прикольные, короче. Через некоторое время приходит то же самое моей жене. А сумма, естественно, другая, абонентский номер тоже другой. Короче, я такой, блин, ничего не тыкай, потому что, ну, типа, мало ли, чё вообще, и за хреном, и за ну, как это так, да? Это что это такое вообще? Вот. Думаю, ну, классно, разжились мы с тобой недвижкой, это как когда-то у меня, значит, на госуслугах был налог на недвижимость, что-то там 50, что ли, тысяч рублей. Я такой думаю, блин, а где у меня замок-то стоит вообще? Я, может, что-то не знаю просто. Может, мне кто-то позвонит когда-нибудь и скажет, знаете, у вас там замок, там 500 квадратных метров, там 500 километров, не знаю. А я и не знаю, знать не знаю. Вот и, может, сейчас то же самое происходит. Короче, забавная тема происходит. Классненько. Вот так. Сейчас придет чувачок, естественно, подсниму для вас бэкстейдж. Ну, не только для вас, для себя, я же эгоист. Мишань приехал. Оператор. Раз пока обе руки заняты. И это, кстати, если типа хотите, да, ко мне можете писать там в комментике, либо я не ее доглажу, либо там ВКонтакте мне напишите, вот, там помогу, туда-сюда, денег на вас заработаю. Да. Сменщик сегодня заезжал в траекторию, купил, короче, гарды, типа защита, да, такая на металлической основе, резинка, чтобы тейлы защищать. Ну и смотри, я сделал тут чуть-чуть трюков. Ну или попытался сделать, да. Ну и, короче, вот. 5 минут. Тема вообще кайф, рекомендую. Она до кучи еще щелкать мешает, короче, ну шляпа. А сама по себе доска вот у меня за год, ну, типа, не особо сильно стачивается. То есть, ну, лишняя штука. Единственное, неприятно, когда, ну, въезжает он в те стенки. Такие грубые. А так пофигу вообще, прыгай на ней. Короче, ненужная вещь. Не знаю, зачем. Короче, у меня есть что-то типа сценария, да? Много штук. Сейчас обсудили, что к чему, как будем делать. Сейчас чувак будет выставлять свет, он убежал в магазинчик. Все вот это вот будем двигать, короче, ну, наверное, что-то чуть-чуть поснимаю, что-то чуть-чуть уже напилил, получается, да, здесь. Вот, будет много, видимо, катов, будем что-то там накидывать друг другу варианты, я их буду ретранслировать. Вот, хотя это все мне близко, просто, может быть, я там что-то забуду, да, потому что тема такая, что это что бесит продавца вейп-шопа, а по факту меня как бы мало что бесит, я над многими ситуациями сейчас просто ржу. Ну, и люблю, в принципе, людей постебать, да.
Ой, это чей? Да типа того, хочу тоже взять себе. Они рубля это, по 3, что ли, стоят. Это базовый, да, самый, который под Соньку NPF-ку. Я все равно потом не буду. Если просто, если они падают, если ты не уверен в локации, то их хотя бы не жалко. А, ну да, такое я и смотрел. Я их по 1,5 рубля брал. На алике. На алике, да. Вот. Ну, у меня есть и пожирнее, типа наборчики-то. Ну, что-то я ж тебя свалил. Но... Так, стоп. Для того, чтобы не картину, мне надо еще раз посмотреть. С микрофоном чуть-чуть попозже. Знаешь, как прикольно можно сделать, если еще попросить оттуда. Ну, типа вот... А, ты имеешь в виду этот? Да-да-да, ну фрагмент, знаешь, стоял такой. Да, проще этот, как он называется? Как это называется? Телефон поставить на запись. Так, ну, допустим, да. Если мы это закроем, в теории... Да, я тебя в треть помещаю, соответственно, это мы закроем дверцу. Там коробка. Я еще, наверное, блестящий весь. Ну, конец дня. Красавец. Можно этим. Ну, типа, я так никогда не заморачиваюсь. Мне пофигу, я могу в кровати снять. Я никогда. А так можно... Друзья говорили, что можно делать. Да-да-да. А где ваш гринёк? Друг мне говорил, да? Знаю, зубы не чистил там. И как ты пришел домой, чай, короче, нахерачился Гринфилд, ты записал этот видос «Не заводите чью хуйню». А потом, знаешь, ну типа он долгий, там, ну, нормально записал вроде, как хотел, да? Чтобы пердаки подорвать. И, короче, на монтаже смотрю, у меня зубы желтые от чая. Думаю, ну, блядь, ну не идти же не перезаписывать. Ну, типа, что я не Пеганов, что ли, блядь? И там половина подорванных пердаков на мои желтые зубы, а половина по теме. Из-за того, что они видео не могут досмотреть. Фокусное внимание тиктокершев. Тиктокеров. Вот. Да. Это нормальная практика сейчас, да. Что-то вспомнил. О, мой пах. Ага. Тут у нас горят витрины, которые рядом с тобой. А давай вырубим витрины. Так, ты присаживайся уже. Сейчас еще микрофон на тебя нацепят. Бейджик оставить? Да. Зашибись. Ехать надо убрать это все, да. Да я тебя так в полумраке подсниму. У меня есть большая перхоть. Хочешь вообще в расфокусе тебе с ним? Значит, привет, я Виталий Пеганов, здесь написано, я, значит, работаю в вейп-шопе, да, продаю вейпы и всякие сопутствующие товары. В общем, блин, да сука, погоди. Да не парься ты. Ну да. Чуть-чуть больше часа получилось, но это... Час! 15. А, ну это в общем. Да-да-да. Ну это пофигу. Я думал, час типа записи. Запись получилась 35 минут. Но по делу там будет 15 минут. Ну это должно быть тогда сочненько. И да, возможно, даже сокращу. О, все, у тебя тут борды. Устроил тут борды из точки. Ну ты посмотри. Смотри, да, блядь, свет видал. Господи. Вот. Блин, потом... короче, такая тема, я аж вначале пропотел, как будто я первый раз, типа, на камеру такой, это, да, это, типа, такой я стеснёшечка, прям, понимаете? С кем не бывает, в общем. Не. Нормально. Сойдёт. Вот и посмотрим, что получилось. А я думаю, ништяк. Я тоже думаю, что ништяк. Если динамичненько порезать... Коки чешутся у меня. Вот кто-то, кстати, спрашивал, можно было бы вот такие темы, типа, самому вот ставить, украшать как-то вейп-шопы, да, чтобы у тебя там раз РГБшечки висеть, но нельзя же, да? Да, знаешь, почему, скорее всего... Потому что стандарт, типа...
Ну, не то, что делал в стандарте, есть такая фишка, как всякие проверки и так далее. А, если они могут не соответствовать? Они могут не соответствовать, даже казалось бы. Типа, что в этом такого, это аккумуляторная фигня. Но то, что здесь висит, это соответствует каким-то нормам пожарной безопасности и так далее. А это возьмут и типа припишут, что не соответствует по каким-то там нормам, потому что во что-то не вписывается. Ты же знаешь, как бюрократия устроена. Так что, товарищи уважаемые продаваны, знаете, да, вот поэтому нельзя. Да. Нормы, пожарочка, всякое такое. Хотя, казалось бы, ну, как бы... Ну, типа, а что такого, да? Ну, висит и висит, никому не мешает. В этом ничего такого нету, но... Не. На деле все можно подтянуть. Норм, да, кадр такой вот сойдет. Короче, домой надо себе купить тоже такие штуки. Коллаба прошла успешно. Часа полтора мы записывались, там двигали магаз, всякое такое. Ну, ты видел. Взял, короче, себе old school, ЕС-очки, дома покажу, очень прикольные. Ну, типа, молодость вспомнить, в жопе заиграла. Вот, буду красивый. Ё, смотри, какая прикольная. Колхозец, ну неплохой колхозец такой, вообще прикольно. Ну и я колхозан. Сейчас жену надо заколхозить, там, в траектории съездим, может, десихи какие купим. Вот, блин, не снял, там десихи были прикольные, тоже нарядные. Жену бесит уже это слово, а я прям не прилипла. Нарядные кеды, короче. Жена выбирает мне обувь. Второй год подряд. Ну, нарядные, отвечаю, вообще. Надо ее нарядить в что-нибудь нарядное, и будет прям вообще классно. Оба такие нарядные будем кататься на нарядных досках. Короче, не могу остановиться, во мне заиграл old school. Набрал здесь фамилии шмоток, вон, короче, сейчас мерить буду. Уже выбрал классические такие прямые, ровные джинсы под эти вот шузы свои, да, новые, под эти кеды, значит. Прям топ, вообще просто такой old school skate топ. И вон аж падает, короче. Надо вот это все поднимать. Сейчас померяем. И, типа, я сегодня наряжаюсь, это, нарядиться хочу. Жена, не бесись. Надо от нее спрятаться, чтобы она не слышала это слово. Еще панама надо. Да нет, зачем панама? Хотя. Я каблук. Никакой панамы. Я сегодня руковожу процесс. На самом деле она рулит вообще навсегда, типа. Кеды она выбирает второй год подряд. Ну топ же кеды. Даже Рома купился и такие же купил себе. Вон, смотри, какая кислота. Есть сюда штанишки, там всякие есть. Сейчас глянем. Кстати, вот что-то произошло с этим миром. Посмотрите, для женщин. Для женщин вообще нет ничего нормального, либо нет вообще товаров, а вот мужского типа прям топ до хрена. Раньше наоборот было, мне кажется, типа приходишь на рынок какой-нибудь, и вот то все женское есть, короче, все ништяк, а мужского нет выбора. Че, рассрочка написана? А, нет, это на английском что-то написано. Прикинь, эти лампасы там рассрочка написано. Это ипотека, блин, штаны ипотека. О, вот такой вот ткань я не могу, видишь, вот это такая. Такая? Да, вот она такая, стоячок, типа, и она смотрится классно. Ну ёй, глян вообще. Конечно, мешок такой прикольный, но прикольно. Прям прикольно, прям по рэпу. А? Хорош. Нравится. Всякая из чуши. Смотри, какая мешочина. Да, прикольная. А чё, какие это самые длинные-то, а? Смотри, чё. Чё это такое? Ну, это прикольно. Там, правда, не такая большая, как и всё остальное. Ну, вот жене, может, пойдет, да, ну, для досочки как раз. Угу. Типа, чтобы я тебя катал вот за эти штуки. Да ладно, смотри, совсем другое дело. Уже стилёк вообще. Классненько. Да, возьмем мнение, да? Угу. Мне нравится. Хард сода.
Арт-зона. Или зода. Сода. Арт-сода? Да. Ой. Будут всякие рваные вещи. Типа, жена говорит, это вот брак. Ну, мне кажется, я это и так брак бы поносил, а во-вторых, можно и нашивочку влепить какую-нибудь. Походу, я понял, что мне надо. Смотри вообще. Смотри, какая тема. Вообще тема, не? Вай-вай. Жена говорит, вот она со мной, типа, познакомилась. Ну, то есть, когда мы встретились уже навсегда, это вот, ну, типа, вот с таким мной, вот, раздолбаем. Типа, может быть, это возрождение чувств, которые и так не угасли. Вот именно, что? Ну и жене, да, вот эта вот тема вообще, кайф. Мра. Take me there. Давай, мяг. Давай, давай. Зачем? Ну, ты да, возьмешь она подмышку? На, купили он. Что, на кассе стояли? А меньше она не делает. В этой фамилии. Ну, типа, держишь какое-то небольшое расстояние, да? Ну, там, хотя бы, ну, вот такое расстояние. Ты же не будешь это в жопу долбиться с человеком, да? Ну, я стою, типа, жду, значит. Какая-то мразь подходит, вылезает такая прям, ну, туда, между нами. Я говорю, слушай, типа, вы вместе с мужчиной спереди? Она такая, нет. Я говорю, ну, я как бы здесь стою, я же не мебель. Она такая, ну проходите, просто такой такая, проходите. Я говорю, нет, зачем тебе, что к ним, обниматься буду, что ли, короче. Она такая, мол, да нет, проходите, короче. Я говорю, нет, я здесь и буду стоять, встаньте, типа, в очередь. Она такая, я вас поняла, типа, я вас услышала, и встает туда. Я такой, ну вот это мразота. Вообще. Вот сука, надо было камеру включить, хотя бы басосинку ее показать вам наглую. Ну, короче, знаешь, что ты мразь, если ты это увидела. Хотя ты, наверное, не поймешь, мразь. Ну и ладно. Понравилось бы такое. Ну, прикольно. Оно прям самое. Будь человеком, гнида. Да. Она, наверное, читать не умеет. Ах. Попробуйте только сказать, что я не нарядный теперь. Нет, ты не нарядный. Нет, нарядный мне. Для меня нарядная, это новогодняя елка нарядная. В смысле? Ну вот это блестит, сияет. Кучно! Я нарядный. Здесь они что-то устроили, короче. Ёлка вон рваная вся. Это вот это вот. А это что-то здесь орёт, бегает. Иди вон давай на кровать. Иди, иди, иди. Дурак, дурак. Вот что они делали здесь. Вот что они делали-то. Идиотина, а? Придурочный. Какая аккуратная, да? Вот бесится большая, а такая аккуратная все-то. Не попадает ни по кому. Короче, сейчас буду наряд свои показывать. Не жена убьет за это слово. О, мы что еще там закупили, честно, я не знаю, может, стримить буду. Лёха, ты что, опять всю черемшу сожрал? Ну да. Когда? Ну, с утра я завтракал. Вот. Лицкага своего любимого взял. Ну, Лёвочка. Белорус. Так. Морской окунь попробовать. Ёрш крысиный. Ну, типа, мы как-то брали камбалу, он прям крысой вонял. Ну и, как обычно, пелять, а? Короче, толстовку ту взяли жене, офигительную. У нее, короче, такие же будут цвета. Какая-то самая. Цвета колес и доски. А где толстовка-то, мяг? Вот. Где? А, вот. И она прям такая бомбическая. Ну, которую я показывал уже в раздевалке. А, это моя. Ну, ладно, короче, понятно. Та толстовка, да, бомбическая вообще. Все в цвет вообще. Надо кеды тоже найти такие, как у меня, крутые. Ну, типа, большие.
У нее Nike просто натирают пятки, уже пятки протерлись, и типа ноги натирают. Самая ужасная обувь в моей жизни. Ну, Янике, согласись, удобнее вот ты мерилась. Ну, да, но... Оранжевая, она не захотела. Янике кайф, все равно. Че бы кто ни говорил, но я соскучился по олдскулу, короче. Оделся прям по олдскулу, прям супер кайфанул сегодняшним шопингом, так сказать, да? И осталось, типа, крутые очечи найти, там, кепку или панаму, и все ништяк будет. Вот, и надо такие же, как у меня, потому что ты их одеваешь, и ты как будто в облаках нахрен, они тебя сдавливают подушками, и, ну, естественно, там ни хрена не натрешь. Короче, кайф, да. Сейчас будем рыбку жрать. Может, и стримить, не знаю.